Взяв перо, лист разгладив бумаги, закутавшись звездами и теплыми летними облаками, мне, сбежавшему от толкотни, в этом забытом, потерянном Богом крае хотелось два слова о жизни и о себе. Меж потоков аэропортов и шумных вокзалов, промелькнувших кометой людей, бегущих, спотыкаясь, стоящих, бредущих тел, я бежал, сам не знаю куда, сам не знаю зачем и кому. И секундой, всего лишь однажды, нажав на стоп-кран, в ночной суматохе лиц, событий и стран, кожей почувствовал этот взгляд не ко всем, а ко мне одному. И тогда, в той толпе, суете, незаслуженно голос меня твой застал, в душу запал, и уже никогда и нигде меня не покидал. Сегодня взять бумаги, лист и перо, я спешу передать вам, бегущим в толпе, рвущихся в никуда. Нажмите стоп-кран, найдите секунду, послушайте сердце свое, чтобы голос тот и взгляд, утонувший в вас, в сердце к вам зашел навсегда.